есть там подобранная программа, если мы сможем демопробировать ее в течение, например, месяца. Тестовый срок? Да. Да, пожалуйста. Вам это ничего не стоит, мы вас научим, пока посмотрите, попробуете. Но если вы попробуете, вы уже от нас никуда не денетесь, захотите дальше. Какой регион? Ну, нормально, мы в одном часовом поясе, все хорошо. Да. Пожалуйста, да, обращайтесь, да, можно. Скажите, пожалуйста, отказ или нет? Да, отказ. В 85, иногда в 90% случаев, это случай нашего одобрения, то есть до 90% случаев мы одобряем, 10 это отказ. У нас есть критерии отказов, мы отдельно о них расскажем и говорим, что как действует менеджер в случае, если пришел отказ. Но у нас очень высокий процент одобрений за счет того, что у нас есть несколько поставщиков, и если один отказал, второй одобрит. Еще вопрос, а какую интерес компании мы дарим? Например, вы говорите 25 тысяч рублей в лунный чарт, да, это говорят, сколько... Секрет вам рассказать, на чем мы зарабатываем, да? Ничего у клуба не отнимается. Если ваша карта стоит 25 тысяч, вы на расчетный счет получите 25 тысяч. 6 тысяч рублей будет на физлице, на заемщик, все. Он будет платить не 25, а 31, и разделим это на 12 месяцев, он будет платить 2500 рублей в месяц. Вы, как клуб, ничего ни в коем случае не теряете. А, понятно. То есть, равно, если 20%, то еще идет переплата, да? Да, это его переплата, да. И в чем мы зарабатываем? Мы, да, частенько, кое-где на транзакциях, когда мы вот отсюда ведем деньги сюда, мы берем свою небольшую комиссию. От первого касания зависит от того, как продают менеджеры в отделе продаж, а в момент, когда мы сказали, вам будет интересно платить 2,5 тысячи рублей в месяц, он говорит, да. Мы говорим, хорошо, давайте попробуем. С этого момента 10 минут, через 10 минут, если мы его одобрили, он попал в 90%, то деньги уже у него прикрутились даже практически. Еще вопросик. А назначение платежа, какие взаимодействия с клубом юридических, договор? Оплата по договору такому-то я вам потом расскажу. Все там, все есть, не беспокойтесь. Оплата по договору, номер договора, который мы с вами заключили. Услуг или чего? Оплата по договору, услуг. Там такое заявление, несколько вариантов документов, просто это, наверное, такой технический отдельный вопрос, я вам отдельно на него готова ответить. А если клиент не оплачивает? Если клиент не оплачивает, это наша задача, наши проблемы, если хотите. Это не проблема клуба. Клуб как продолжает, как работает с этим человеком, так и работает. Как показывает наша практика, если клиент не ходит в клуб, то он не оплачивает. Если клиент ходит в клуб, это как раз таки те люди, которые продолжают платить. Если он не оплачивает, ему в течение нескольких месяцев в рабочее время, в живое, нормальное, не в субботу, в 6 утра, мне недавно подруга сказала, я его банк там коллектора звонит, у нас вообще коллекторов нет. Вот если он не оплачивает, то просто им приходит напоминание, смс и так далее. В худшем случае кредитор имеет право подать в суд иск, и это просто исполнительное производство. Потому что суммы небольшие, там ничего особо не сделать. Ну, будет там где-то ограничение на авто, будет где-то ограничение на какое-то имущество. Но это в случае, если клиент долго и полномерно не выполняет обязательства. Я вам даже больше скажу, мы часто даже на встречу идем. Мы иногда даже долг какой-то можем закрыть, прикрыть там, если он начинает платить. Но если ваша карта стоит от 8 до 80 тысяч рублей, то вы наш клиент. Если больше до 100 тысяч, у нас вот прям вообще время заканчивается, я вам могу выйти отсюда, вам рассказать. Если больше до 100 тысяч, спокойно одобряем. Чуть больше надо смотреть, какие у вас карты, какие у вас условия, и в таком случае, может быть, индивидуально с вами поработаем. У нас такое индивидуально у нас бывает. И сроки больше, и карты стоимость больше, но это индивидуально. А я вам говорю пока про стандарт. Друзья, коллеги, спасибо огромное. Дальше вот спикер
Если есть вопросы, с удовольствием на все отвечу. У нас много практики, интересного опыта. Спасибо. Спасибо.